Ну что ж, всем привет! Наши любезные китайские друзья согласились снять для нас новое видео о распаковке и подключении лазерного станка Thunder Laser. Я буду комментировать в режиме реального времени, так что прошу прощения за какие-то ошибки. Итак, в первую очередь нам нужно раскрыть коробку. Для этого используем молоток и ломик, можно даже отверткой. В принципе, все упаковано достаточно хорошо и раскрывается тоже легко. Мы делали это даже иногда руками за неимением инструментов. Так, видим, да, сняли вот одну боковую, на себя потащили, и так по очереди все. Снимаем стрейч-пленку для того, чтобы забрать все устройства и сундук с инструментами. Дальше мы отбиваем прижимные колодки по очереди, чтобы снять станок. Подкручиваем ножки повыше, чтобы они не цеплялись, и для того, чтобы вдруг не повредить их. Ну и после этого можно станок аккуратно с платформы выкатить. Как видим, два человека делают это без проблем. Даже два худеньких китайца. Я лично видел, как четыре крепких украинских парня руками, используя ремни, вчетвером заносили большой станок Nova 63 на второй этаж. И это реальность. Так что в этом проблемы какой-то нет. Так, закатили станок на рабочее место. Если нужно, его можно разобрать, снять с основания. Нужно всего лишь открутить с одной стороны 8 болтов и с другой стороны 8 болтов. И тогда нижнее основание 30 сантиметров, оно остается и несется сама камера станка. Так, значит, снимаем все стяжечки. Вот, дополнительная упаковка трубы для безопасности. Все лишнее мы убираем. Ставим рядом со станком чиллер. Также распаковываем его. Вытяжку. К вытяжке у нас прилагаются две гофры хорошего качества. Если нужно длиннее, придется докупить. И три хомута. Также в комплекте идет мембранный компрессор 135-ваттный. Для общих задач его, в принципе, достаточно. Если вам нужно более сильный подув воздуха, нужно будет использовать компрессор высокого давления. Так, ну что ж, все распаковали, поставили рядом со станком. Тут у нас вот комплектация, что лежит в сундуке, все, что нужно для станка. И можно переходить к подключению станка.
Так, пошел у нас модуль подключения. В первую очередь нужно зафиксировать машину на ножках, выкрутить их до упора. Первый шаг. После того, как машинка будет выровнена, вот это показывается, как выравнивается с обеих сторон и посередине слева направо, и спереду назад с каждой стороны слева справа, чтобы был уровень. И потом можно гайку закрутить для устойчивости станка. Наливаем после этого в чиллер чистую дистиллированную воду. Уровень у нас должен быть практически до желтого, до полного, потому что частично вода уйдет в трубу. Так, налили воду, дальше подключаем чиллер. Включаем кабель питания. Сигнальный кабель. И трубки. Очень важно подключить правильно трубки. Выход из чиллера подключается в water-in, вход в станок. И наоборот. Выход из станка на вход в чиллер. Иначе, если подключить наоборот, вы рискуете убить свою трубку в течение первых 5 минут работы. Дальше мы подключаем компрессор. Просто вкручиваем трубку в нее и вставляем в лазерный станок. И подключаем под разъем, подписанный Air Compressor. После этого подключаем вытяжку. Именно так, как показано на видео. Хомутик надеваем заранее и потом закручиваем плотненько. Вот этот поролончик можно использовать для того, чтобы вытяжка меньше шума создавала, меньше дребезжала на полу, так же, как и компрессор. Подключаем кабель питания основной в розетку. Розетка обязательно должна быть заземленной. Так, отпускаем кнопку экстренной остановки и включаем машину. Есть система инициализации. Станок перезагружается, едет в ноль. И после того, как он находит ноль, на координатах вот должны быть такие вот показания 00-3000. После этого вы можете уже управлять станком, можете проверить, как ездит станок по X, по Y, верхний по оси Z. Сейчас именно это и делает инженер. Поднял до уровня оптического датчика на стол и после этого включает лазер-свич, выключатель лазера. Как видим, после этого включается чиллер автоматически и мы можем посмотреть, как водой заполнилась лазерная трубка. Если какие-то пузыри воздуха там застряли, вот таким образом обязательно их угоняйте, чтобы воздуха там не было практически никакого. Проверяем сразу после этого пульс лазера. Все окей. Значит, ну, все работает. Подключаем станок к компьютеру. Или USB кабелем, или сетевым. Я советую сетевым это делать, 100 мегабит.
Дальше вводим в программное обеспечение значение обратной компенсации для качественной гравировки. И начинаем работать. Режем, гравируем, производим продукцию, зарабатываем деньги. Спасибо за просмотр. Thank you.